Всем привет, с вами Тед, и случилось то, чего мы так долго ждали. StarCraft обновляется. Я даже не поверил, когда увидел эту заветную кнопку апдейтинг, то есть обновление, и увидел, что качать нам 200 мегабайт. Думаю, ну ладно, завезли патч. Смотрю, а тут новости, все, что нам нужно знать о новом сезоне. Но это оказалось новость от 30 сентября 2020 года. Устаревшая. Ах, но что же в патче? Что же в патче? Я думаю, где-то должна быть новая новость. А вот она, новая кнопка в лаунчере, на которой указаны новости патча. И вы не поверите, но это новые карты. Новые карты и портретики. Э, все, никаких изменений баланса. Ну да ладно. Первый шаг сделан. Кстати, это я спас StarCraft, поэтому посмотрите вот это видео, чтобы узнать, как вы тоже можете его спасти. Ох, я уже с нетерпением жду, когда же загрузится. Ой, я же вам не рассказал, как я спас. Короче, я зашел в Google. И так как уволили всех, кроме одного американца, нужно заходить на службу поддержки Америки. Пишем Blizzard Support. Так, ну, кликаем на первую попавшуюся ссылку, и мы на сайте Близов. Осталось только понять, что дальше делать? А, ну, собственно, я просто беру StarCraft 2, мы же пишем в support StarCraft 2. Этим я как раз занялся вчера. Так, и видим, что здесь можно написать нашу жалобу. Писать придется по-английски. Пожалуйста, не бросайте StarCraft, выпустите новый патч. Спасибо большое вам. По-моему, отличный текст можно отправлять. Ну что, жалоба отправлена и патч готов. Ребята, вот этот выпустил вам патч. Радует, что все карты, которые были в бане у меня в прошлом сезоне, их убрали, потому что это бесполезные карты. В итоге у нас имеется три новых карты и стабильных четыре старых. Очень классно. В принципе, новости по патчу на этом закончены, но, ребята, я бы мог выложить вот такой вот гайд по стенкам и разбору карт в отдельном видео. Но так как никто это не гуглит и не смотрит, мы сейчас с вами разберем все приколы по новым картам. А вот старые карты, которые еще остались, вы можете посмотреть в этом видео, которое будет в конце видео. В предложке, там, в комментах, везде найдете, если вам надо. Раньше часто на новых картах косячили шейдерами, но здесь мне все нравится. Красиво, приятно глазу, играть можно. Так, есть запрыг для рипера. То есть нужно будет стенку от запрыга делать на этой карте. Мейн мне в принципе нравится по размерам, а саму стенку покажу уже затерано, будет более наглядно. И опять же, так как видео со стенками особо никому не надо, никто их долго не смотрит, показываю вот так. Э, Тяп-ляп, короче, готово. Классная стенка, всего в два здания, процессы будут рады. Или вот так вот. Кто не понял, жмите на паузу и делайте скрины. А мы выходим со второй базы. Итак, э, очень обширное пространство. Защищать вторую базу будет тяжело. То есть, здесь осада на вторую базу будет э, очень перспективной стратегией. Очень прикольное место на третьей базе. То есть очень легко сделать в пару зданий стенку, а потом можно открыть эту стенку, уничтожив камни. Классное геймплейное, гениальное решение, мне нравится. Альтернативно третью можно ставить треугольником, к примеру, терраном. Но это скорее место для четвертой базы. Также есть место с богатым веспеновым гейзером. Но здесь только 4 минерала. То есть это, в принципе, место для добывания веспена, и оно может легко контролироваться. Зелнагой. Прикольно. Интересное место. Скорее всего, больше всего интересно оно будет зергом. Они, конечно же, смогут контролировать территорию вокруг него, быстро перемещаться и, возможно, будут через него играть баз больше 6, поэтому это не просто стандартная макрокарта, а реально длинная игровая макрокарта. Хотя все мы знаем, что ваши игры обычно редко длятся больше трех минут, поэтому переходим дальше. Ах, да, забыл показать запрыг от трипера, как блокировать. Ну, вот, короче, вот так вот ставим здание. Сопла — это пилон, два барака это гейты. И, а, бля, короче, на этой карте нельзя заблокировать рипера, поэтому это уже не модно. Зато, если будете брать базу треугольником затерано, то у вас один танк будет закрывать и мейн, и натурал, и треугольник. Но атаковать на стандартную третью соперника будет тяжело. Посмотрите, ни один танк не дотягивается до условного Нексуса или Хаты. О, посмотрите. Посмотрите. Три. Те. Как же шикарно наши газы подключены прямо к Нексусу. Это прикольно, прикольно. Я такого раньше не видел. Ну что, в целом дизайн, опять же, шейдеры, все круто, мне все нравится. А три стенку делать смысла также нету. На натурале все как обычно по стандартному. Ставим пилон, чтобы он касался полем краев, и тяпляп готово. Интересное расположение баз на длинной карте, все прикольно. Третью базу ставим в длину, и ее легко будет защищать. Вы можете налепить либо такую стеночку, либо вообще сделать даже глухую. Типа вот так, с фотонками, как вы любите, и батарейками. И враг не пройдет. С этой защитой получается вроде бы легко на четвертую выходить, и у нас классная интересная ситуация. Наша четвертая получается близко к соперника третьей. Ну и наоборот, Наша третья близко к соперника четвертой. Получается, сидя на трех базах, мы можем вроде бы жестко напрягать четвертую соперника, и наоборот, он может нам легко не давать выходить на нашу четвертую. То есть три базы дефит легко, а с четвертой начинается вот такой вот экшен. То есть даже с четвертой на четвертую получается прикольная атака. Хорошая макрокарта, интересно будет играть. Итак, Black Burn. Все прикольно, дизайн классный, все хорошо, здорово. Но кое-что не здорово, сейчас вам расскажу что. Но сначала о хорошем. Место для запрыга рипера обладает зоной замедления. Зона замедления это прикольно, то есть... Можно не ставить вот эту стенку, к примеру, и просто давать риперу туда спрыгнуть и его добивать, пока он спрыгивает в замедлении. А также вот эти зоны как бы не дают воздушным юнитам пропадать прямо к вам в минеральную линию. То есть замедляют их и замедляют Rush Distance. Rush distance это как быстро сможет юнит добежать до другого конца карты. Итак, насколько замедляет вот эти вот зоны наших воздушных юнитов по факту. Допустим, наш Феникс вылетел в 2.10, то есть появился и полетел. Это по таймеру, я здесь в игре смотрю. Пролетает через одну зону, летит к следующей, уже почти долетел. И вот он прилетает, опять замедляется, летит, летит еще чуть-чуть вперед. И посмотрите, 20 секунд от минералки до минералки, по сути. 20 секунд. Это очень быстро. Но мапмейкеры что, такие тупые, что не видят, что тут можно пролететь? 2.55 вылетает оракул. За сколько он долетит? Посмотрите. 5 секунд. Центр карты. 5 секунд. То же место, где он появился. Еще 5 секунд, ну или парочка секунд до минералки. За 15 секунд долетает оракул к вам в минералку. у ребят, ниже мастера будет бомбить с этой карты. Я ее точно отправляю в бан. Самое прикольное, что если мы летим не через красные зоны, у нас появляется выбор. Мы можем... Лететь не обязательно на мейн, мы можем на натурал и сопернику будет тяжело защищаться, то есть он будет, должен иметь защиту на двух базах. Также на этой карте можно делать стенку на натурале, вот так вот как обычно. И самое обидное, что из-за вот этой рампы протосы смогут даже в ПВП играть вот в такую стенку. И это очень странные будут сценарии игры. Поэтому в целом рекомендую банить эту карту, если вы хотите играть в одном стиле протас против протаса. Третья база, в принципе, либо треугольник, либо в длину подальше от соперника. Все как обычно, все стандартно. Все остальное просто и понятно, но вот такая вот есть четвертая еще интересная. Ее можно брать как здесь с двумя газами. Ребята, золото с двумя газами, таймбай, это очень круто, но его легко напрягать, естественно. Но в целом это четвертая база, поэтому имеет место быть, как бы, если вы играете на этой карте, можно рисковать и занимать здесь четвертую. А забавно еще, зерги могут, если им нужны только минералы, занимать базу, например, вот так. То есть с этой стороны их будет тяжелее найти, разведать, что они здесь добывают. Плюс они могут добывать это с вашей стороны, вот эти минералы. То есть вы до сюда еще редко дойдете, а соперник уже у вас там хату поставил и добывает с обратной стороны минералы. Вот такая вот интересная штука. С зергами можно вот так вот брать, с нидусов нападать и с хостами на одну либо вторую базу нападать. Но расстояние на самом деле полета долгое, поэтому я бы рекомендовал Нидус немножко по-другому использовать. Для того, кто нападает, на этой карте есть рампы перед третьими и четвертыми базами соперника. И Зерк может вот так вот это использовать. Посмотрите, за секунду 200 лимита появляются в одной точке, нападают с одного угла, потом отвлекают соперника, заходят обратно, обратно, за где-то 6 секунд. И, и через секунду они в другой точке. То есть за 10 секунд ваш лимит просто телепортируется на горке. На горках легко защищаться. Можно вот так вот нападать с разных сторон. Достаточно прикольная тактика. А, да, забыл самое главное. Почему вот просто сразу отправляйте эту карту в бан? Но это только при условии, что вы не хотите играть против жестких фотонок. Или сами не фотоните. Вам придется сделать вот такой вот долгий путь, чтобы добраться до пилона соперника. А он, в свою очередь, может там поставить очень много фотонок за раз, поставить потом пилон сверху, который будет под прикрытием фотонок, и следующая фотонка, которая будет в рендже фотонок, то есть они ее будут защищать от пробок, будет достреливать до вашей минеральной линии, до Нексуса и до газа. То есть это имба, это жестко. И даже если соперник не будет скрывать фотонки, то есть вот так вот более открыто будет фотонить, и вы, к примеру, будете пытаться атаковать эту фотонку, он может легко тремя пилонами ее заблокировать, и только две пробки или два рабочих могут ее атаковать. Соответственно, они никак не могут не дать ей построиться. Она всегда достроится, и он всегда сможет, получается, продолжить вас фотонить. То есть на этой карте фотонки имба. Выходим. Да, ребята, надеюсь, всем понравился такой формат, но не забывайте, это лишь первый шаг в спасении Старкрафта. Чтобы спасти Старкрафт до конца, обязательно посмотрите гайд, как это сделать вот в ролике «Как спасти Старкрафт». И кому интересно, как сделать стенки на других картах, посмотрите вот этот ролик, чтобы понять, как делать стенки на этих картах. С вами был Тед, всем пока!